День Святого Валентина совсем скоро. Именно поэтому в Одесском зоопарке второй год подряд устраивают конкурс на лучшую пару влюбленных. В этом году в любовной гонке лидируют пеликаны, а за второе место началась настоящая борьба между тремя парами. На первом месте у нас розовые пеликаны, а второе место разделяют пока что белые лани и квакши. А на третьем, также волки, они у нас участвуют. Это все, они там буквально один лайк, там два лайка в разнице. А на третьем месте пока что у нас наши верблюды. Проголосовать за самую сладкую парочку можно на страничке Одесского зоопарка в Фейсбуке. Влюбленные, которые наберут наибольшее количество лайков, получат вкусный приз. Победителя огласят 14 февраля, а для детей устроят праздничный концерт.